Украинские пограничники готовы закрыть на границе с Россией пункты пограничного пропуска в случае повторения попыток их захвата, блокирования местными жителями или боевиками. Об этом заявил начальник пресс-службы Госпогранслужбы Сергей Астахов и отметил, что также может быть ограничено движение транспорта через эти пункты пропуска. Это, безусловно, создаст достаточно много неудобств, признал Астахов, прежде всего для жителей населенных пунктов, расположенных вблизи этих КПП.